Надеюсь, что у нас он есть. Спасибо. Спасибо вам, что вы все здесь. Мы сейчас зажжем, я думаю. Я надеюсь, что это не мои друзья сейчас смеялись. Ну, тебе. Спасибо. Мы поехали. Шорти называется «Then There Was You». Mm-hmm.
the sunset along by the moon, shining its rays. Yeah, I still remember the rain and the change on my face. Yeah, I kept praying for the strength of the sunshine to keep me smiling every day. Танцевали, приходили к нам поближе, потому что у нас сегодня такая компания-программа. У нас сегодня такая классная программа, жаркая, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, мы хотим. Я знаю, что здесь есть такие люди, которые готовы на это, я уверена. Поэтому поехали. Give me your love. Thank you.
Вы должны тоже танцевать со мной, пожалуйста. Спасибо. Поаплодируйте, пожалуйста. Don't you know me or mine?
Владимир Смирнов, труба. Павел Иванов, труба. Виктор Геравкин, саксофон. Даниил Никитин, саксофон. Артур Майан, саксофон. Баритон, цезарь. Спасибо, друзья, я с вами прощаюсь. На пару песен. Мы сейчас немножечко вернемся в такую немножко задумчивую атмосферу. Споем пару песен малым составом. Я хочу представить, о, тоже ребят. Виталий Эпов. Виталий Сидоркин. Анатолий Ковчагин. А куда делся? Борис Ахметов. Гитара, вернитесь, пожалуйста, к нам. Мне кажется, мы должны вместе сыграть эту песню. Мне бы, по крайней мере, очень хотелось. Спасибо. Песня называется Stories. Мы сегодня часто ищем волю. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с весной. Потому что во мне весна совсем говорит просто в голос. Потому что чувствуется, как светит солнце, и как хочется вновь работать и возвращаться к жизни. Надеюсь, вам тоже. Ну, мы сейчас немножко помечтаем. У нас прям самые такие наши любимые лирические песни. Они будут единственные в конце. Спасибо. Stories.
просто потрясали нас своим трудным минутом. Спасибо. Это все за меня? Надеюсь, мне что-то нужно сделать, чтобы микрофон так, чтобы он не заводился. Спасибо. Следующая песня. Я посвящу, наверное, всем музыкантам, которые здесь сегодня собрались. Что я здесь есть. Это песня про то, что нам очень трудно в этом мире, нам очень трудно кому-то что-то доказать, мы существуем отдельно. И давайте я расскажу вам о том, что это трудно, и о том, что, в принципе, есть выход. Выход есть точно, когда ты знаешь, что ты делаешь. Я думаю, что если вы понимаете английский, вы поймете, о чем я, потому что это очень тонкий текст, пожалуйста, слушайтесь. Песня называется «Nothing in the middle». Ничего среди внутри. Yes.
Сегодня заявлено несколько программ. Это программа из репертуара Tower of Power и сейчас Amy Winehouse, без которой мы уже, к сожалению, не смогли жить. Мы сыграли большой ряд концертов программы Amy Winehouse, посвященную ей. После того, как я с нами не стала, я очень много росла, так скажем, на ее музыке. Ну как росла? Не такая же она не моя ровесница, но тем не менее, она одна из моих любимых певиц. Мы сегодня исполнили несколько произведений из репертуара, которые мы сделали в собственных аранжировках. Итак, мы приступим и начнем с прекрасной песни, которая называется «You Send Me Fly». Мы сыграем сегодня только самые наши любимые, самые крутые, на наш взгляд, вещи. «You Send Me Fly». Thank you.
while you're thinking I did ever do. Talk to short fire, your voice in mine. So then I write a text, but lover. Thank you.
Sim. Сейчас будет классная рок-песня, которая называется In My Bed. Немножко рока. Мы хотим немного рока.
Take the Box называется следующая вещь. Кто ее знает? Один человек? Take the Box. Танцевальную программу. Песня называется «Кредит». Как вам такая песня? Ну ничего, мы сейчас попробуем под это веселое название даже потанцевать. «Кредит»! Don't let time, what kind of
This is as a soul with a capital S. Вот наша коронка. Like a snow.
Еще здесь трое хотя бы. Здоровья нет! Пожалуйста, трое еще. Thank you.
대해서 나오는데 안녕하세요. 나시겠습니다. 너가 있으겠어? 안녕하세요. немножко масла у нас еще осталось. Песня называется «Немного масла в земле». Может быть, немного нефти? Как вы думаете? В общем, мы продолжаем дальше. Only so much oil in the ground. Time!
Спасибо, друзья! Спасибо, спасибо. Прекрасные ребята, студенты Академии музыки Тбилиси. Я вас очень люблю. А здесь еще Балдяна Тиркидзяна, наш вот прекрасный бэк-вокал. Мы столько концертов отпели вместе, а сейчас они меня бросили. А вон там кто сидит? А вон там кто сидит? Я не вижу, к сожалению. Вот чтобы увидеть, нужно, чтобы сюда подошли. Все, спасибо, друзья. Вы знаете, ну, мы все равно сыграем еще две песни. Хоть вы думали, что это конец, все-таки это не конец. Мы хотим вам представить две песни нашей новой будущей программы. Наша программа будет состоять из очень популярных песен сейчас, мировых. Нам мы делаем их в своих аранжировках, и сегодня две из них мы покажем вам. Вы их знаете, точно знаете. Начнем мы с песни... Сейчас я сначала узнаю. Sam Smith. Too Good at Goodbyes. Ну, наверняка вы слышали, но она на всех радиостанциях. Внимание. Вот наш новый проект, который мы представим для вас совсем скоро. Мы начнем. Too Good at Goodbyes. Thank you.
Спасибо большое. Для нас и для вас сейчас это была премьера. Сейчас будет еще одна премьера. Эту песню точно вы все знаете. Я уверена, но вы должны это показать нам. Вы должны нам это показать, что вы знаете. Ну, вы понимаете, совершенно. Я думаю, что вам нужно прийти сюда. Мы не будем больше, как она называется. Поехали. Артур Варан, баритон,
саксофону. Віталій Епов, барабани. Віталій Сидоркін, бас-гітара. Бориса Хлєтов, гітара. Анатолій Корчагін, рояль. Мене зовут Ольга Синяєва. Ми всі вместе, All Sea Band. Ми хочемо, щоб ви були нашими фанатами. Спасибо вам большое.